И снова всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая. Я так думаю, знаете, все-таки стоимость на этот телефон чуть-чуть спустилась, и уже его стоит покупать. Ну что, знаете, был $100 и спустилась, покупал $74,5. Я считаю, ну что, вообще шикарнейший телефончик от компании M-Horst. Я так думаю, знаете, их рекламировал и кофтун, и все полностью. А я себе, знаете, я себе думал, за $100 только слишком дорого, а за 74 все вполне терпимо. Так, что у нас есть из начинки? Ага, еще пишется, что камеры, ну, типа из 8 и 2 идет. Экранчик 5,5 дюймов HD. И в чем, ну, еще прикол этого телефона, еще, ребята, аккумулятор 6000 идет. Ну, еще пишется, по крайней мере. Так, еще 5. Ну, короче, из памяти 16,2 гигабайта идет. Сканер у нас есть 4G и 7 Android. Есть, есть. Вскрываем его. Па-бам-па-бам. Ой-ой-ой. Ну, вот честно скажу, ну, короче, изначально кирпич, вот, ну, короче, до такой степени крупный и здоровый. Из плюсов, знаете, что в каркас из металла идет. И где-то я такое уже видел в Самсунгах и во всех полностью. Ну, с телефона, знаете, был пик. Вот это и шло, ну, спинка, ну, короче, блестящая и шла. И каркас из металла. Тут стереодинамики, ну, короче, типа USB идет, ребят, включение и кнопки громкости. Я так думаю, что вы видите, 3.5 джек есть, сим-карты, естественно же, комбинированный свод идет. Вот чтобы вы увидели, вот видите, есть камеры, здесь две, и вспышечка есть. И спереди вспышка и камера, динамик и кнопочка со сканером. Чтобы вы увидели, что включается и срабатывает, но так чуть-чуть, ну, куча оказалось, что туго. Но включается и срабатывает, еще раз. Опа, и включилось. Окей, из комплектации. Что все-таки, вот я, ну, все паковал его чуть-чуть, но по комплектации вот эту тему я естественно же упустил. Сим-карты, ребят, чтобы вы увидели. О, и в комплекте силиконовый чехол есть. Вообще супер, просто китайцы умницы. Окей, в комбинированный слот для сим-карт. Что есть в питании, естественно же, ребята, оказалось, с 2 амперами у нас. Питание, шнурок, ну, симпатичный, но, естественно же, самый дешевый. Ребят, в комплекте чехольчик силиконовый идет. Есть, вот так, чтобы вы увидели. Ну, скажем так, ну, телефон и так, ну, куча здоровый, а с чехлом оказался еще больше. Есть шикарнейшая инструкция у нас оказалась внутри, но это в сторону. И гарантия, ребят. Так, тут есть спинка, идет что? Спинка блестящая, я так думаю, ну, что пленку и снимать я не хочу отсюда. Естественно, и с габаритами, чтобы вы увидели, ну, куча современными с телефонами и с такой же самой, ну, куча с диагональю. Что, ребят, включаем сюда. Раз и два, вот так. Вживую есть, я так думаю, что вы, ну, что увидите по экрану, толщина идет все-таки на такой степени, он крупный и толстый. Так же самое и здесь идет. Ну, я вам скажу, что вообще, да-да, ребят, знаете, слон и моська. Ну, вообще, оказалось, ну, что действительно, ну, что единственное слово, что в голову приходит. Но из плюсов, что все-таки, что включается телефон со сканера, вот единственное, что с пленкой надо попытаться как-то ее снять, чтобы аккуратно и красиво было, знаете, потому что в перспективе, что кто-то еще им пользоваться будет. Да, ребятки, вот так и получается. Опа! Аккуратненько. Снимаем ее и стартуем. Ба-бам-ба-бам, что включился. Так, с подсветкой, естественно же, включаем чуть компактнее, чтобы, ну, скажем так, и не слепило, и картинка была поинтереснее и для вас, да, ребят? О, что видите, и симпатичный оказался экранчик у нас, что все и красиво, ну, и ярко здесь смотрится, и претензий, естественно же, здесь, ну, к нему ноль. Что включаем и смотрим, что внутри. Да, все-таки иконки, знаете, крупные и большие у нас идут. Что включаем в такой ситуации установочки и смотрим же информацию о самом телефоне. Так, еще пишется, что Power 2 и 7 Android, ребят. И здесь, в принципе, все. Скажем, вот неинтересно, что включение, вот неинтересно, Gesture Unlock. Ну,
Если захотели, то, конечно же, все включается вот такой штукой. Но, ну, скажу честно, эффективность ее, если захотели, вот, ну, что включился и срабатывает. Я считаю, что смысла в такой функции, скажу честно, вот ноль. Так, если захотели, то куча управления движением, но снова вот такие, я эти функции их не включаю и не рекомендую их включать, потому что телефон из-за них стабильно глючит и аккумулятор, ну, сдыхает еще сильнее. Что действительно, вот не включайте такую херню. Так, сканер. Что же нам скажет сканер? Опа, что у нас есть? Используется для включения экрана и блокировки в приложении. Ну, если захотели, то включается эта функция, и все, ну, в перспективе, и включаться, и срабатывать должно, естественно же, вот на ура. У нас, окей, извините, все-таки я не то нажал. Ну, что, стыкаемся и с таким в жизни. Есть, ребят, есть сканер. Так, включаются спутники, GPS из памяти, чтобы вы увидели, какая ситуация у нас идет. Окей. Аккумулятор. Что, ребят, если захотели, что включается в процентах и все пишется. Но вот я, знаете, вот честно, я читал, ну, что в комментариях, там, ну, к такому телефону и писали, что измеряли, то оказалось, ну, в действительности 4500. Ну, что, в принципе, чисто теоретически для МТКшки 6737, что вполне терпимо и хватает такого, ну, с такой емкостью, с такой экранчик. Так и с памятью, и 16 гигабайт у нас такая ситуация идет, ребят, чтобы вы вживую все увидели. Есть из приложений, я так думаю, что вот неинтересно. Естественно же, включим звук. Если захотели, включается и вибрация. Так, с рингтонами. Мы попытаемся все-таки изменить его, и что у нас есть и с треком. Только сейчас, и давайте глянем. Скажу честно, ну, куча, громкость здесь где-то вот на четверочку, я не, ну, куча, рассказывать вот не хочу, что, ну, куча, классное звучание. Ну, что тихий, но звук из плюсов вполне, ну, что чистый и терпимый. Здесь я примахиваться к нему я не хочу. Так, если захотели, включается автоматическая подсветочка экрана. Я думаю, что вы увидели, что я включил по минимуму и включается. Но скажу честно, вот куча запаса здесь вполне вообще его хватает. Если захотели, включается в камера, ну, тапом по питанию. Окей, при повороте устройства, вот мне интересно, что у нас окажется здесь еще. Так, к телевизору все-таки у нас оказалось, что не включается. Ну, телефон, скажу честно, ну, недостаток ему. И с камерой, ну, вот, испытаем такую штучку. Так, у нас есть и фото, и видео, и симпатичное лицо, и включается, ну, типа блюра, но по факту, ну, что вы включаете, и снова все искусственно. И я вот на таких штуках, я, ну, куча, не хочу останавливаться. Если захотели, что включается и черно-белое, и про, но по факту, я говорю, что здесь, ну, куча, в таких телефонах используется, ну, куча, одна камера, и рассказывать, что там, ну, куча, получится симпатичная, ну, что, картинка, я не хочу, ну, что смешно просто будет. Если захотели, у нас включается, так, я так думаю, что все увидели, что и с камерой, что писта 13 пикселей по максимуму. Ну, испытаем текст. Автофокус у нас включается или нет? Дальше включается, срабатывает, но так, знаете, не быстро. Раз. Есть, и смотрим все-таки, что же окажется. По галерее всегда сюда и сближение, ребят. Ой-ой-ой. Что, гляньте, ну, симпатичная картинка и... Скажем так, ну, текст с таким телефоном вы спокойно поквасаете. Вот, ну, я специально детскую окошко с домиками глянем, вот, чтобы вы увидели, ну, что с дистанции, вживую, что же и куда.
Не, кстати, знаете, вот ну, вполне ну, симпатично. Скажу вот честно, что из плюсов, ну, здесь, естественно же, ну, Q13-ки здесь вот нету. Здесь, ну, китайцы изначально указали, ну, что камера из восьмерка идет. Я вам скажу, что действительно вот здесь, ну, что есть такая камера. Окей, естественно же, включим что-то из видео. Так, что пишется, включается стабилизация. У нас есть, ребята, цифровая, и пишется по качеству, что 720p. Ну, что в любом случае, пусть лучше, ну, пусть поменьше, но классно будет. Снова всем привет. О, что в чем плюс, что автофокус уже включается автоматически, и тапать вот не надо. Вот видите, раз, споймала, сюда, окей. Не, ну вообще, даже, я вам скажу, что ничего. Так, естественно же, испытаем и за компанию, ну как, ну, в телефоне пишется звук. Ребят, что вы услышали? Снова всем привет. В чем плюс, что автофокус уже включается автоматически, и тапать вот не надо. Вот видите, раз, споймала, сюда, окей. Не, ну вообще, даже, я вам скажу, что включается и срабатывает, скажу честно, ну пусть, ну еще долго, но в любом случае, вот я не ждал, что, знаете, все со скоростью звука, ну что в телефоне в таком идти будет. Естественно же, включим селфи. Так, у нас есть симпатичная... Лицо включается в черно-белое, если захотели. Вот видите, вот я говорю, что ну, я с одной камерой, если оно черно-белое у них есть. Китайцы по качеству, так, если захотели, включается 16:9 и пишется, что из восьмеркой. Но в действительности, я так думаю, что здесь пятерка. Ну что идет, это в лучшем случае. Испытаем в перспективе все равно. Так, скажем так, что скидка, что на хреновый свет. Но, ребят, кстати, вполне... Ничего. Здесь 100% пятерочка. Вот есть, я вам скажу, что куча детализация вполне, ну что окей. А по видео, что скажет нам это чудо? Ну, конечно же, пишется 480, но из плюсов, а хотя не, что пишется 720p. Ага, ребята, я так понял, что знаете, что куча здесь идет из восьмеркой, и что здесь, и что здесь. Вот, ну что видите, и стабилизация есть. Ну, давайте глянем. Ну, всем привет, ребят! Вы на канале Языки из Китая. Мы снимаем телефон M-Horse Pure. Я не знаю, смотрите, что же оказалось в конечном итоге. Я специально что дергаю, чтобы стабилизацию глянуть просто. И включаем, что же у нас, ребят, все-таки оказалось. Ну, всем привет, ребят! Вы на канале Языки из Китая. Мы снимаем телефон M-Horse Pure. Я не знаю, смотрите, что же оказалось в конечном итоге. Я специально что дергаю, чтобы стабилизацию глянуть. Ну, скажем так, тут стабилизация, ну, куча есть, но такая, знаете, культурная и чуть-чуть, что, ну, куча вот не сильно, ну, уж телефон, ну, куча пакуется, что вполне, ну, справляется. Я специально скачал еще и картинку, чтобы вы вживую экранчик, ну, что увидели его, что, извините, так что, ну, все не по порядку, знаете, вот я просто, ну, что пытаюсь и стараюсь, чтобы вы увидели, что, куда и как, ребят. Но экран здесь вообще, что бомба просто, ну, цветов вполне хватает, что видите, как идет, что абсолютно инверсии вообще, ну, здесь нет, ну, и цвета, и красивые, и яркие идут. Ну, куча экранчик для бюджетки, скажем так, здесь шикарный. Опять же таки сюда, сюда, сюда и сюда. Есть, я так думаю, ну, что все увидели. И конечно же, всех что интересует, Антутушка, я так думаю, да, что Антутушка у нас, ну, все, ну, всем рассказывает, какой телефон оказался или классным, или хвамом. Но скажем так, вот здесь, ну, циферки оказались вообще слабенькими, но я и не ждал от такого процессора, что здесь, ну, что-то поинтереснее будет. И какая у нас есть информация из телефона M-Horse Power 2, система, кстати, 64 бита идет, МТК-шка 6737, экранчик HD, оперативки 2 и 16 из постоянной, ребят, из дисплея, из касания, сейчас испытаем, кстати, естественно же, пятерка, ну, скажем так, куча экономить, то надо уже на все 100%, отключаемся и смотрим же информацию о самом телефоне, и что же вдруг, ну, что кажется, информация, дисплей есть, система, окей, процессор, я так думаю, что вы увидели, есть система, увидели, и с памятью, окей, и с камерой,
Ага, что пишется, что типа в 219 идет. Ну, ребят, я, конечно, не знаю. Еще за компанию и Samsung идет, а здесь пишется 13 пикселей. Но я не знаю, вот вы, ну, чтобы вы увидели. Ну, скажем так, очень чисто теоретически, то по камерам тут все ситуация, ну, вполне, ну, как очень терпимая идет. Кстати, вот на удивление. С аккумулятором 1000 пишется. Да-да, ребят. Ну, что, в чем прикол? Ну, что здесь пишется шестерка, а в системе пишется, что 1000. Я так думаю, что куча из этого, и он так, знаете, ну, куча, и не сильно в такой, куча быстрый телефон. Сейчас включаем такую штучку и с датчиками сэкономили у нас, конечно же. Так, что где-то он есть, я не знаю где. Скажу честно, я не искал. Акселерометр включается и срабатывает вполне окей, кстати. Есть и приближение. Включается, срабатывает шикарно, кстати. Окей, есть спутники, что включаем, что впервые, скажу честно, что включается. Я так думаю, что из этого все-таки, ну, чуть-чуть лючить будет, так что вот не сильно, ну, что кипишуйте и кричите, ну, вдруг там что-то с ним не так. Так, что включаем и будем ждать, ну, вдруг вот свершится чудо, что включится и споймает все-таки. Вот я попытаюсь, еще у меня есть один телефон от китайской компании, ну, что вдруг тут тоже... что включится и сработает все-таки, что GPS. Ага, что пишется, что выключенный он у меня. А включается он здесь. Окей. Ну, видите, в чем прикол, что куча включилась и споймала. И по показателям, ну, что все классно идет. И, скажу честно, вот я в пока, ну, куча, вот, вообще все классно. Что действительно, вот, ну, что здесь только включилась и тишина. А здесь, ну, куча и споймала и GLONASS, и GPS. И сигнал, что вполне терпимо идет. Так, окей, ребят, я надеюсь, что все такое увидели. И все-таки, ну, что для спортивного интереса, естественно же, включим танчики. Ну, что вдруг, что включится, я не знаю, специально скачал их для вас, чтобы вы увидели, как такие телефоны справляются с такими игрушками. Пока, вот знаете, вот я скажу, ну, что честно, вот, ну, куча, телефон вот такой бы я бы купил, ну, куча, для папы своего. Что, знаете, вот здесь в толковый, ну, куча, аккумулятор, идут все кнопочки, все крупненькие, куча, динамик, скажем так, вполне терпимый, чтобы уже, ну, куча, кричать и примахиваться и рассказывать, что, ну, куча, полный, ну, куча, шоколад, то я скажу, что нет, что все вполне, ну, что терпимо. Я стыкался и с телефонами похуже. Тем более, что и по камерам все у нас вполне терпимо. Так, что включена картинка и с минималками, естественно же. И попытаемся все-таки что-то, да, покататься. Не, я так думаю, что будет с таким все плохо. И включаю сближение, чтобы вы увидели ситуацию по, ну, FPS-ке. Вот именно, я думаю, что самое главное, ну, испытание для телефона, вот сколько будет в показах. Ну, что вы учитываете, что с минималкой, я так думаю, ну, что слабенький будет показатель. Но вдруг свершится чудо, и чудо вот не свершилось. Так, смотрите, что писта 37 пока по FPS. 38 даже. Звук я включу, чтобы громче было, чтобы все слышали, что мы в танки играем. И писта 37 по FPS пока. Окей, и солнце, кстати, спало и стало хоть уже как-то и для вас чуть-чуть попроще, ребят. Я не знаю, кому как. Ну, все, пусть чуть-чуть картинка испортится, но для меня, скажу честно, стало легче. Так, 36 пока пишется. Ох, сейчас тут... Ох, мы попали, наверное. Привет. Где ты там, говнюк? Да. Скажу честно, ну, куча из плюсов, что писта по FPS 31 и 40. Скажем, в показатель для НТКшки, ну, что вполне терпимый. Но вот за те 4 секунды, что я играл, то я, честно говоря, я так и не понял, ну, что случилось, что куча из меня сделали лепешку. В таком случае, извините, но попытаемся, ну, что все-таки, ну, что сделать... Еще раз, я думаю, что все-таки, ну, что будет интересно, что, знаете, я говорю, что телефон на ту стоимость, что он стоит, ну, что вполне, ну, что терпимый. Вот именно кто ищет, ну, что телефона для папы, я так думаю, ну, что вообще супер, а не телефон. Идет, солнце слепит, я все-таки сделаю чуть-чуть темнее, чтобы вы картинку, ну, что увидели и не сильно слепило вас всех, ребят. А где все? Что, я сам остался? А вы что стесняетесь? Вперед! Так,
смотрите, шипится по FPS 34, пока в 37. Супер. Вообще, шикарный телефон. И спускается, естественно же, стало уже 35, ребят. 38. О, там М6. Я не знаю, что это за М6. М6. Ох, кто-то кому-то там дал просраться по полной. Ай. И мне влепили на, чуть-чуть на 200 с копейками. Но по FPS, вот, ребят, мы же писта почти 50. Кстати, вполне терпимо. Но я так думаю, знаете, вот, ну, куча, сыграете с полчаса здесь, то уже будет конкретнейше тупить телефон тогда. Я в такой ситуации что делаю? Иду и захватываю пока точку. Что все-таки вот все, ну, куча, упускают и стреляются. А бывает иногда вот именно заканчивается из-за этого, ну, что бой, что ты, ну, куча, очками сдуваешь. И смотрите, по FPS пока все тихо и спокойно, и не опускается FPS. Я скажу, что классно, но команда-то сливается по полной. Идем, наверное, втихаря где-то сюда. И солнце еще чуть-чуть, и слепить будет все-таки, и с каждым все сильнее и сильнее. Вот. Что разом. Я пока втихонечко, опачки. Да едь давай, что ты стал? Я думаю, у меня, наверное, в пинг упал. Это засранец, да? А я точку пока захвачивать буду. Ай. Ленька, давай, поворачивайся. Да. Ну что, в чем прикол, что все-таки в FPS в телефон вполне комфортно, ну, куча, держался и пытался. И знаете, из этого вот я ничего, ну, куча, не скажу, что все, ну, что вполне, ну, что терпимо. Что, ребят, ну, что телефон, скажем так, вот не для игрушек, а для интернета, для звонков, там иногда, ну, куча, пофоткать вполне, ну, что классно. У нас есть и каркас из металла идет, ребят, аккумулятор, ну, что писа, что, ну, типа, и 6000, скажем так, ну, куча, исходя из цифр, то все классно. Спинка, ну, испачкается, но в чем плюс, у нас куча в комплекте в чехол есть. Из недостатков, что вкинули бы в комплектацию еще стекло, или бы пленку, ну, дополнительную, я так думаю, что супер было. Но за такие деньги, вот я считаю, что куча телефон вот стоит, ну, куча, иметь, чтобы вы внимание все-таки глянули на него. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.